Ульяновская область отправила учебники в Луганскую Народную Республику. Пособие предназначено для образовательных заведений Лутугинского района. Общий вес гуманитарного груза 6 тонн. Отправку учебников организовали от Института развития образования. Напомню, помощь подшефтной территории ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ульяновской области и администрацией Лутугинского района. Это 18,5 тысяч учебников, что позволит обеспечить все первые, пятые классы Лутугинского района, и будут ребята учиться по обновленным в ГОС, и их программа будет соответствовать программе Российской Федерации. Гуманитарная помощь Лутугинскому району по линии образования оказывается не впервые. Ранее область отправила туда 100 ноутбуков, плюс 8 многофункциональных устройств. Оргтехника предназначалась для общеобразовательных организаций. В планах 73-го региона направить на Донбасс учебную литературу для средних профессиональных образовательных учреждений.